Юлечка. Сегодня она задала вопрос про карбокситерапию, можно ли делать дома. Что такое карбокситерапия? В кабинете, думаю, видели все и знают. Ну, коротко скажу, это насыщение кожи кислородом. Это такая процедура, несколько степов, иногда применяется с кислотами, иногда без. Значит так, Юлечка. С чего, как вы думаете, начинается уход дома? И вообще, ну, конечно, очистка кожи. С очистки кожи. Начинаем? Давайте подготовимся. Я сегодня предложу Юлечке. Сегодня в нашем косметологическом меню очень-очень много фирм, компаний. Я вам расскажу, не буду. Буду рассказывать, подходите каждая потом отдельно. Сейчас у меня в руках энзимный пилинг и энзимная умывалка. Для чего нужны энзимы? Это классное очищение, это подготовка кожи к дальнейшему степу и продукту. Вот Юлечка должна дома делать такое очищение. И все вы. Итак. Вот, пожалуйста, Юлечка, вы дома, меня здесь нет. Нет, вот лучше, лучше умываться, да. Очищение идет всегда с водой. Подожди, как что делать сначала? Вот, сначала, да, заключение с водой, да. Очищение всегда идет с водой. То есть должно быть идти омыление липидной пленки, да, мы должны ее убрать. А чтобы еще она глубже ушла, мы применим сегодня энзимный пилинг перед карбокси домашним. Сейчас Юлечка очистит. Следующий степ всегда после умывания идет тонизация лица. Нужно высушить сразу? Нет, не надо. Вот там нам подготовят дальше степ тоник. Оставляй здесь, пускай. Мы потом сменим. Следующий степ всегда идет, да. Не-не-не-не, вот тонизация. Я даже уже умывала. Ты умылась уже? Да, нет. А, все, давай, тогда видно. Не, на руку бери, на руку. И ты прямо и умылся. Да-да-да, на ручку. Да-да-да. Так удобнее будет. Умывалка всегда высказывалась с водичкой, да, лонгируете водой, умываетесь, вот как делать Юлечка, обратите внимание. А вот тонизация наносится на спонж тоник, и вы уже протираете тоник вместе с тоником спонжем. И водичка смывает, правильно? Да, это снимается водичка, да. Вот умывалка всегда, запомните, смывается водой, потому что тоже уже слышала, говорит, почему умывалка не помогает, плохо очищает, потому что вот делали, как хотела сейчас делать ее. Наливали на спонж, протирали, и у вас была слипкость. Так делать, это ошибки большие, так делать не нужно. Вот, всегда умывание с водичкой, а вот тонизация со спонжем. Почему нужна тонизация? У нас вода стерильная, нет, абсолютно не стерильная в кране, правда, девочки, не стерильная, мы хотим это смыть. Подготовить дальше тонизацию, подготавливает кожу к дальнейшему степу. Вы должны об этом все знать. То есть в вашем домашнем уходе всегда должна быть умывалка и тонизация. Умывание всегда вечером, либо перед какой-то процедурой домашней. Перед маской, либо при домашней карбоксе, либо перед чем-то еще. Вот дальше это правильно? Да, правильно. Юлечка наливает тоник. Скажи, что это? Тоник? Да, это тонизация, это компания Pure Skin. Классная косметика, это Израиль. Хорошо тонизирует, подходит практически по все типы кожи. Он такой немножко жирный, какой-то. Он как гелевый, да, он как гелевый, то есть он идет сразу как с увлажнением классным.